Испытание транспорта от автогиганта. Рено проводит в Дербенте тест-драйв своего обновленного кроссовера. Сейчас в древнем городе находится только первая группа специалистов, и они уже успели познакомиться с главными достопримечательностями исторического города. Шамиль Махмудов расскажет детали. Новую модель своего автомобиля французская компания Renault решила протестировать в Дагестане. Место выбрали сразу, признается генеральный директор компании в России Ян Птачек. Дербент – самый древний город страны. Идеально подошел автоконцерну. Мы искали для нашего нового автомобиля такое место, где будут огромные впечатления, где будет хорошая погода по сравнению с остальной территорией России. Место, которое заряжает энергией, где можно видеть огромное количество новых вещей. В Дербент приехали специалисты по тест-драйву, журналисты и руководство автокомпании. Они уже осмотрели главную достопримечательность города – крепость Нарынкала. Посетили место будущего парка «Патриот» и поднялись на борт экраноплана «Лунь». Мне кажется, это что-то невероятное, потому что, когда приезжаешь в этот город и осознаешь, что это все существует 5000 лет, когда ты смотришь на это... потрясающую крепость, в которой были использованы технологии, которые зачастую нам сейчас кажутся космическими. Это что-то невероятное. Сейчас в Дербенте находится только первая группа специалистов из автоконцерна. Всего их ожидается 4. Тест-драйв в Дербенте завершится 12 марта. Шамиль Махмудов, Марьяна Масуева, Юсуп Газиамаров. Время новостей.